Всем привет! Олимпийская чемпионка Алина Загита установила мировой рекорд в короткой программе на предсезонном турнире в Германии. Российская спортсменка получила за свой прокат 79,93 балла. 16-летняя Загита является действующей олимпийской чемпионкой и чемпионка Европы в женском одиночном катании. Фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе в предсезонном турнире в Германии. Загитова выступила под музыку из мюзикла «Призрак оперы». Россиянка чисто исполнила каскад из тройного Луца и тройного Ридберга, двойной аксель и тройной флип, получив за прокат 79,93 балла. Россиянка является чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при. Помимо золота Олимпийских игр в одиночном катании, она завоевала в Пхёнчхане серебро в командном турнире. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.